Ну что ж, всем привет, с вами снова я, Артём. В общем-то, я вернулся к вам. Я все-таки сдал сессию в университете. Даже очень хорошо я сдал. Очень хорошо, это я имею в виду в том смысле, что только по одному предмету у меня стоит четверка, по всем остальным пятерки. Соответственно, этот предмет, лично для меня, по которому, да, у меня была четверка, это, соответственно, химия, которую я вообще никогда как бы не понимал, не понимаю и не буду, скорее всего, вообще понимать. В общем-то, что хочу сказать, да, я возвращаюсь на YouTube, скорее всего, завтра вы увидите новое видео на канале. Всем, ребят, спасибо, что в такое вообще долгое отсутствие мое никто от меня не отписывался. Это очень даже приятно, приходили даже люди новые, что меня очень даже сильно удивляло, в том плане, что как бы на канале нету видео, но люди, они как бы, соответственно, видят видео последнее, и говорят, и думают, что как бы вот у него как бы, ну, скорее всего, если вы на меня подписаны, что вы думаете, что у меня хороший контент, соответственно, я за это благодарен, и как бы думаю, что типа вот, мол, останемся мы лучше с ним. Да вот, насчет видеопрохождений, которые будут, у меня каникулы будут до 8 февраля, то есть 9 февраля я уже пойду, соответственно, дальше учиться, то есть там, опять же, тоже ждите видео в учебные дни, там, соответственно, посмотрим данное расписание, я пока не знаю даже свое расписание вообще вот в следующем семестре. Пока что я хочу закончить с Бэтменом, соответственно, и, скорее всего, мы еще начнем завтра с вами Demon's Souls. Насчет Бэтмена, да, Бэтмен Лас Архам Асайлум завершается загадочненько, я там всего записал, то есть все вот эти вот его территории, соответственно, там, не знаю, там, восточный, северный, западный Архам, и, соответственно, все эти, ну, как бы все его территории, где он эти все свои знаки вопроса раскладывал, я все это записал, также записал уже трофеи эти, ну, в смысле, эти биографии персонажей. То есть, по идее, по Архаму у нас осталось, ну, по Асайлуму конкретно я имею в виду, у нас осталось только эти испытания, которые есть там боем и хищником. А когда мы их пройдем, ждите тоже одно видео от меня по Архам, по серии, скажем так, Архам, Бэтмен Архам. Будет у нас там еще одно видео, да. И после этого мы, скорее всего, будем уже проходить Ninja Gaiden 3 Razor's Edge на Ultimate, очень, как я вам обещал. А после нее мы, скорее всего, уже дальше начнем бомбить, скажем так, серию игр именно Архам, то есть Бэтмен Архам. Надо сказать, что я, ну, в общем-то, те, кто как бы насчет именно новостей канала, то вы, скорее всего, сейчас даже можете уйти просто, потому что все основное я сейчас так вкратце пытался сказать, и, в общем-то, наверное, до каждого, в общем-то, каждый, надеюсь, из вас все понял, чего от меня дальше ожидать в плане прохождения, то есть у нас как бы вор заменяется этим Demon's Souls'ом, потому что я пока что, как вы понимаете, во второго вора вообще не играл, как бы для меня вообще у меня времени не было, и поэтому мне его как бы надо хотя бы сначала пройти, и там уже, соответственно, понимать, ну, как бы хотя бы примерно знать, где что лежит. И как бы когда я вот так-то его пройду, то это уже будет хорошо, и это уже значит, что я по нему уже так более-менее смогу писать прохождение. Вот, насчет сессии, что могу сказать, в целом мне первая далась довольно легко, даже не ожидал, на самом деле, что для меня она такой простой окажется, как в этом университете, и, в общем-то, на самом деле, я, то есть, вот, я правда не знаю, как это чувство назвать, которое, знаете, вот, когда, например, ты написал, там, не знаю, там, тот же самый, там, ЕГЭ, очень хорошо, как у меня, например, было с русским, вот, да, я вот это вспоминаю, и ты, когда в школе, вот, ваши, как бы, вывешивают результаты ЕГЭ, ты такой себя там находишь, там, такой понимаешь, что у тебя там очень много баллов, такой сверяешься очень долго, все это, и, как бы, это очень классное чувство, и, как бы, оно того стоит, реально, чтобы все вот это вот учить. И как бы все так понимать, то есть в том плане, что насколько вообще получается все это просто, и насколько это все как бы вам именно под силу. В общем-то, о чем я и говорил в своем этом новогоднем подкасте, что, ребятки, верьте в себя, и как бы мечтайте всегда о очень больших вещах, о огромных даже, я бы так сказал, вещах. Вот, и на этом я, наверное, буду с вами закругляться, потому что песенка вот у нас сейчас уже даже закончилась. И, в общем-то, ребятки, всем спасибо новые, в общем-то, кто увидел это видео и не подписан на меня, то, ребятки, подписывайтесь. Надеюсь, вам тут будет интересно.
всем спасибо за ваше внимание, всем удачи там сессии, у кого она, возможно, продолжается, у меня же, как вы понимаете, она уже закончилась, и всем до новых встреч, всем пока!